Всем привет, это Джейк. У меня сейчас немного свободного времени. Итак, я на реке Хан. На самом деле, это первый раз, когда я нахожусь на реке Хан. Я всегда хотел ее посетить. Погода сегодня такая хорошая. Мне показалось, это идеальный день для того, чтобы посетить ее. Многие люди ловят рыбу. Ну и что? Они действительно здесь? Надо было взять удочку. Многие люди ловят рыбу. Вы меня видите? Фотосъемка с помощью камеры. Что? Из того, что я слышал, здесь можно приготовить рамен. А также можно поставить палатку и просто отдохнуть. Я обязательно вернусь сюда в следующий раз. В наш выходной я сходил на рыбалку с Хисыном и Ники. Я снимал нашу поездку на свой телефон. А сюда я пришел, чтобы отредактировать это видео. Пойдем отредактируем видео в кафе. Это моя еда. Выглядит потрясающе. Я собираюсь сначала перекусить, прежде чем редактировать. Вау! Это очень вкусно. Было действительно вкусно. Теперь, когда я поел, давайте приступим к работе и отредактируем видео. На самом деле, я решил это снять, потому что мы были в поездке. И на самом деле я хочу, чтобы мое видео было похоже на то, которое я недавно видел. Итак, чтобы получить вдохновение, я собираюсь посмотреть его еще раз. Я хочу, чтобы мое видео было таким же. Но я не мог снимать так, потому что я немного стеснялся. Теперь, когда я вдохновлен, давайте приступим к редактированию. Но я действительно ничего не знаю, поэтому тут будет один голос, который научит меня. Голос, пожалуйста, представьтесь. Голос помогает мне с редактированием. Верно, но мои кадры такие плохие. Итак, что же мне делать? Я положил это снова на место, чтобы снять эту часть получше. Так, возьмем это видео. И поставим его на задний план. О, это весело. Мы снимали выход из супермаркета. А потом мы должны были поехать на другое место. Это всего занимает минуту? Я обречен. Мы снимали весь день. Вау, выглядит неплохо. Редактировать видео — это своего рода развлечение. Я немного отредактирую позже. Ники упорно трудился, снимая это. О, у нас есть кадры с Ники. Перед тем, как мы уехали, Ники снимал кое-какие кадры накануне вечера, рассказывая о нашей поездке. Он, наверное, очень стеснялся, поэтому он снимал куклу и делал вид, что она говорит. Я никогда раньше не видел, чтобы Ники так делал.
О, это Ники снял, отлично. Мои плечи выглядят довольно широкими. Это то, к чему я стремился. Но как мне сделать? Поместить это в начало? А потом... Вы понимаете, о чем я? Чтобы это всплывало, когда начинается видео. А потом вот так. Отлично? Отлично. Я собрал все кадры здесь. Давайте посмотрим. Пожалуйста, укажите кредиты. Снятое Ники, снятое Хисыном, а сделано Джейком. В общем, я закончил собирать все видео вместе. В общей сложности выходит около 5 минут. Это сложнее, чем я думал. Я даже не смог закончить сегодня. Не добавил ни титров, ни фоновой музыки. Я сделаю это в следующий раз. И обязательно загружу это видео. Надеюсь, оно вам понравится. Привет! Сегодня я в кафе с комиксами. Я однажды был в таком месте со своим младшим братом. Мне очень понравилось, поэтому я здесь, чтобы немного отдохнуть. Пойдем внутрь. О, здесь есть личные комнаты. Пойдемте внутрь. Вау. Вот так. Ты тут будешь совсем один. Вау, миленько. Если честно, я действительно не знаю комиксов. Так что... Что же мне делать? Такой милашка, котик. Я здесь с Чунвоном сегодня. Для меня, поскольку я все еще новичок, я должен прочитать что-нибудь легкое. Начать с первого эпизода или пропустить первый. Я выберу 15, так как это одно из моих любимых чисел. Итак, сегодня я собираюсь прочитать свой первый комикс. Мне, кстати, рекомендовали это. На самом деле, рекомендовал мне Ники. Он часто упоминал ее. Итак, я собираюсь прочитать. Художественный стиль такой красивый. Как видите, художник нарисовал все так хорошо, что я не знаю, это комиксы или мультик. Я прочитаю эту книгу в следующий раз. Следующий комикс. Я думаю, что Джею очень бы понравилось. Думаю, Джей любит комиксы. Смотрю мультисериал комикса, который я читал. Сплю. Пока я читал, я немного проголодался. Поэтому я собираюсь заказать что-нибудь покушать. Здесь много вариантов. Вау, это потрясающе! Смотрите, курочка, и рамен, маринованная редька и чай со льдом. Поехали! Это очень вкусно, но рамен Хисына лучше. Играюсь с котиком. Он такой милый. Пытаюсь с ним поговорить. Привлекаю его внимание угощениями.
Я коту, кажется, не нравлюсь. Сегодня я пришел в кафе с комиксами. Я прочитала достаточно много. Это было место, где я мог отдохнуть, и я хорошо отдохнул. Мы были очень заняты в последнее время и много чего делали. Возможность так хорошо отдыхать и веселиться, и есть вкусную еду. Я отлично провел время. Ну что ж, я надену снова свою маску. И пошли. Пока!